Темам. В Аше прошли двухдневные оперативные сборы для руководящего состава и командиров погранотрядов Государственной пограничной службы. Участники сборов ознакомились с новым порядком работы КПП, а также обновили свои технические знания на случай обострения ситуации на границе, рассказывает Гульбара Кинджеева. Контрольно-пропускной пункт «Досток автодорожный» на кыргызско-узбекском участке государственной границы. Он осуществляет свою деятельность на внешней границе ЕАЭС. Поэтому здесь по-прежнему совместно работают пограничники, сотрудники государственной таможенной службы и представители ветеринарного и фитосанитарного контроля. Изменение произошло на КПП, который осуществляет контроль на внутренней границе ЕАЭС. Там остались только пограничники, и на них возложили дополнительные функции. Мы проводим радиационный контроль и информируем налоговые органы об объемах грузов, пересекающих госграницу. Участникам сборов показывают, как проверяют документы и досматривают транспорт и груз. Здесь же демонстрируют новые технические средства, с помощью которых это осуществляется. А здесь, на пограничной заставе НТМАК, командирам погранотрядов показывают, как должна быть устроена застава, ее будничный режим и действия пограничников на случай обострения ситуации. Эти сборы не просто плановое мероприятие. Здесь офицеры также получают информацию о новшествах, вводимых в связи с вступлением страны в ЕАЭС. Есть определенные обязательства, которые в рамках договора надо исполнять. Определенного характера помощь со стран ЕАЭС. Соответственно, нами проводится вот то, что я сейчас говорил, проведение инженерных работ на линии государственной границы, применение новых технических средств охраны границы нового поколения. Также приведение в соответствие в пунктах пропуска. Вот. Активизацию деятельности террористических сил также не упускают из виду. Уже предприняли ряд превентивных мер. Сложная военная политическая ситуация в Афганистане и на Ближнем Востоке несут угрозу безопасности государств Центральной Азии, в связи с чем мы перебрасываем дополнительные силы на отдаленные горные заставы, устанавливаем новые блокпосты, возводим инженерные сооружения. В текущем году по периметру кыргызско-узбекской границы был установлен оградительный забор общей протяженностью в 58 километров и вырыт ров длиной в 20 километров. Гульбара Кинджеева, Дилызбек Булатбеков, общественный Первый канал, Ошская область.